В городе Шадринске продолжается голосование за территории, которые участвуют во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На данный момент на третьем месте сквер машиностроителей имени Якова Яковлевича Рубана по адресу улица Первомайская, 5. Данный сквер находится в микрорайоне Хлызово, в восточной части города. Благоустройство этой территории предполагает в первую очередь реконструкцию мемориальной зоны, где ежегодно в День Победы жители микрорайона возлагают цветы к подножию мемориала. Также в планах организация прогулочных зон, разделение территории на игровые и спортивные площадки, а также установка малых архитектурных форм. Проголосовать за сквер машиностроителей имени Рубана можно до 30 января на сайте администрации Шадринска или в здании по адресу улица Свердлова, 59.